Здравствуйте все. Кто-то говорит, ну что у вас там пробуждение типа происходит, да, как бы. А я хочу ответить этой же истории, о которой я говорил. Это история про Илию, да, которая, вы знаете, еще ничего не предвещала. Но он говорит: Ахав, иди ешь и пей, закати-ка пир, закати-ка пир, аллилуйя. Это то, что происходит сейчас. Закати-ка пир. Потому что он говорит: я слышу шум дождя. Шум дождя. Там, где нечего было, ну, они готовы были выкопать из лужи пить. Но не было, не было, понимаете? Он говорит: иди ешь и пей, потому что я слышу шум дождя. И это то, что происходит сейчас. Пробуждение идет уже сейчас. И нам нужно увидеть себя в этом процессе пробуждения. И тогда, когда ты понимаешь, увидишь себя в процессе, тебе становится легко. Потому что тебе легко. А, я вот этот пазл. Да. И ты встаешь, и тебе легко. Потому что вдруг вот все ненужное, оно отпадает. Все ненужное отпадает. Ты такой: да. Мне всего лишь нужно было делать вот это, и я становлюсь участником великого пробуждения. И Бог скажет: да, и ты участник великого пробуждения. Ты скажешь: да я такой маленький здесь. И Бог говорит: да, ты такой маленький здесь нужен, чтобы весь механизм этого пробуждения, он работал, потому что я излью. И это потрясающе, и это потрясающе. И поэтому мы собираемся здесь, чтобы есть и пить, потому что уже слышен шум дождя. Аллилуйя! И сколько вы будете собираться на эти конференции, на которых ничего не происходит? Он говорит: юноша, иди смотри. Ничего не происходит. Он говорит: иди еще раз смотри. Ничего не происходит. Иди еще раз смотри. Ничего не происходит. Сколько мне смотреть? Да хоть 7 раз иди смотри. Пока полнота не придет. И когда приходит полнота, он говорит: слушай, ну там вот от моря поднимается. От какого моря? 3 года засухи. От Божьего, от Божьих потоков поднимается. Маленькое облачко, говорит. И смотрите, что он говорит Ахаву: иди запрягай, иди запрягай, иди запрягай. Аллилуйя! Кто-то в это время, слышит шум дождя, кто-то в это время видит облако, кто-то в это время идет и готовит колесницы, кто-то поедет, а кто-то сойдет на него Дух Святой, и он побежит. И он побежит впереди, и он и все, и каждая эта часть, она часть пробуждения. Смотрите, мы говорим: я получил ключи, и это да, и это один уровень. Бог говорит: ты мой ключ, и это другой уровень. И пусть помазание Божие, Дух Божий откроет тебе глаза на то, какой ты ключ. И какую дверь ты открываешь. И не важно, какая это дверь. Важно, что это твоя часть. И когда ты делаешь свою часть, ты становишься участником великого пробуждения. И тогда ты становишься пробуждением. Ты становишься пробуждением. Аллилуйя. И это то, что я вижу здесь. А это то, что я вижу, смотря на вас. И я жажду, чтобы вы это увидели. Пусть Дух Святой возьмет вас. Возьмет вас. Возьмет вас. Кто-то услышит. Кто-то увидит. Кто-то запрягай колесницы. Это твоя часть. Кто-то поедет, а кто-то побежит. Аллилуйя. И в это время, знаете что, когда это все началось, обрушилась вода, обрушился дождь, обрушился. Бог это делает сейчас. Аллилуйя. Обрушился. Это то, что происходит сейчас. Аллилуйя. И на самом деле,
Вот если ты смотришь сейчас, и думаешь, что происходит, что происходит? Пусть Бог тебя благословит и откроет глаза твои и уши твои, чтобы видеть, что Господь делает. Потому что ты призван, потому что Бог тебя избрал. Я говорю это к каждому во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Поэтому Библия говорит касательно даров, не пренебрегай. Где-то нам дали вот эти вот небожьи стереотипы. Этот крутой, а этот такой. Не пренебрегай. Пусть эта ложь о тебе самом уйдет во имя Иисуса Христа. Потому что дьявол лгал о том, что ты не человек пробуждения, это они. А Бог говорит, ты мой человек пробуждения, ты мой ключ, ты мой елей, ты Господь, ты говоришь, что я беру тебя, ты моя мука, я тобой накормлю. Тобой накормлю, тобой накормлю. И ты скажешь, я что, в Зимбабве поеду? Может быть, не поедешь, но колесницу приготовишь. А когда придешь на небеса, Бог скажет, спасибо тебе. Ты столько людей спас. Ты скажешь, я спас? Я спас? Кого я спас? Ты снарядил колесницу. Ты услышал шум дождя. Ты увидел облако. А кто-то побежал, потому что, ну, знаете, все нормально. Иногда, ну, вы смотрите, ну, на пророков и думаете, совсем отчебучены. Все нормально, мы просто бежим впереди, потому что нам нужно добежать и там сказать, ребята, сейчас что-то начнет происходить, и вы давай готовься, давай, 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 давай. Потому что и там, и тут слышен шум дождя уже, аллилуйя, и там, и тут. И мы просто бежим, чтобы сказать об этом. Я тебя умоляю просто, слушайся Духа Святого. Как бы это бы ни выглядело. Я имею в виду, в рамках Духа Святого все благопристойно и чинно. Аллилуйя. Пусть Дух Святой говорит к вам. Пусть Дух Святой свидетельствует вам о вас. И о нем. И о том, кто вы в нем. Аллилуйя. Благословляю вас, дорогие.